один случай с летальным исходом в этот сезон зарегистрирован. Это мужчина из одного из сельских районов. К сожалению, так случилось, что при начале заболевания он несколько дней лечился самостоятельно. И когда он обратился за медицинской помощью, диагноз этого заболевания был выставлен незамедлительно, и незамедлительно было начато специфическое лечение, которое включает в себя антивирусную и антибактериальную терапию. К сожалению, усилия медиков не увенчались успехом, и этот мужчина погиб.